31 мая в старшей группе детского сада «Нальмаз» аула Кашхабль прошел выпускной утренник на высшем уровне. Оригинальность и непосредственность сценария и хода всего мероприятия соответствовал новым требованиям современности. Сюжет был очень интересный. На празднике была очень теплая и дружеская атмосфера. Зал был украшен воздушными шарами. Сами виновники были в центре внимания. Нарядные и красивые детки показывали свое мастерство перед родными. Угу. Ты, подруга, не робей! В школу ты иди скорей! Как писать тебе покажут, сказки как читать расскажут. Угу. Как же ты мне надоел! Мне учиться не в удел! Там же все будут шептаться, надо мною насмехаться. Угу. Ну ладно. Ладно, так тому и быть. Буду в школу я ходить. Угу. Эши на пороге ждет и свидание в путь зовет. Леший, миленький дружок, захворала я чуток. Не пойду сегодня в школу, полегчает, может, вскоре. Сколько раз, скажи, подруга, ты обманывала друга. Не хочу с тобой дружить и не буду отужить. Ну не надо так сердиться, буду я с тобой учиться. Было в нем уютно и светло. Воспитатели, как мамы, нас любили и дарили ласку и тепло. Не печальтесь, нам ведь тоже грустно, только слезы нынче не нужны. Завтра в садик, завтра в нашу группу к вам придут другие малыши. Все, чему нас научили, будем помнить мы всегда. Знаем, мы нас здесь любили, и как в сказке шли года. Мы первый класс, мы первый.
Детки были хорошо подготовлены, они активно принимали участие во всех конкурсах, пели песни, читали стихи, танцевали. Такие мероприятия очень волнительно проходят как для детей, так и для педагогов и родителей. Праздник получился очень трогательный, учитывая, что это последний день для детей в детском саду. Yeah.
свидания и за все благодари. Лет мы были просто малышами, терпеливо по всему учили нас. Хорошо жилось я тут на месте с вами, но ваша пора уходит в первый класс. До свидания, до свидания, мы детсаду говорим. До свидания, до свидания, и за все благодарим. До свидания, до свидания, и за все благодарим. До свидания, до свидания, наш любимый детский сад. Ты сегодня провожаешь первый класс своих ребят. Научил ты нас трудиться, песни, музыку любить, нашей родиной гордиться, верно дружбе дорожить. Ждут нас школьные предметы, ждут страницы букваря. Мы узнаем про планеты и пустыни. Про пустыни и моря с детским садом расстаемся. В школе каждый очень рад. На прощание улыбнемся. Не грусти, наш детский сад. Жили в садике мы дружно, но прощаться все же нужно. И в прощальный этот час мы целуем крепко вас. Всем спасибо говорим и за все благодарим. Коллектив детского сада очень постарался. Дети смогли окунуться в праздничную атмосферу приключений. В конце им были вручены дипломы от заведующего детским садом. Добрый день, уважаемые родители, гости. Поздравляю вас с первым выпуском наших деток, с окончанием детского сада. Детский сад – это школа для каждого ребенка. Это школа, где каждый учится жить в этом мире, учится общаться, находить новых друзей. А воспитатели – это первые учителя, это мамы, которые помогают им во всем. Время летит незаметно, и вот уже вчерашние малыши прощаются с детским садом. Так, за несколько лет для многих детский сад был почти что вторым домом. Все помним, как вы привели сюда своих маленьких детей, а сегодня они уже совсем большие и готовы сделать еще один немаловажный шаг навстречу взрослой жизни. От вашего имени, уважаемые родители, я хочу сказать спасибо всем сотрудникам детского сада. Сегодня мы увидели результат их многолетней и плодотворной работы. А вам, родители, я от души благодарна за ваших детей, за доброе отношение к детскому саду и к нам, как сотрудникам. Спасибо вам за все. Не пофисабим, что за рагус амфету, что рагус азапиту. Сашигусуч запиту. Затихат рогхор, рогзанчу, рогкабзу. Еджаб уздакотр псинчахафахуну. Еджарашко хунху. Насыпушко я ану. Зафайсана хатря ротинсу хафафи дежу дележе жинху. Хиунагами гусуагур арислу, хиаругур арислу. Барачетр ислу. Бара-бара сузадепсеуну, сузадетхажину, сусвэлляу.